Приветствую всех любителей автоспорта на G-Drive TV. Мы находимся в Шанхае на одном из самых грандиозных гоночных треков планеты. Огромные трибуны, длинные прямые, широченное гоночное полотно. Без этих декораций уже невозможно представить чемпионат мира по гонкам на выносливость. Потому что эта трасса принимает этап чемпионата мира с 2012 года. То есть, по сути, с момента основания гоночной серии. Трек сам по себе очень интересный. Он быстрый, техничный. И большинству пилотов он очень нравится. К сожалению, его используют очень редко. Его используют 3 раза в году. В связи с чем, когда ты приезжаешь на гоночный трек, в некоторых местах буквально растет мух. Из-за этого очень сильный износ шин. И всегда здесь, в Китае, российская команда G-Drive Racing чувствовала себя более чем уверенно, победив в 2013 и 2014 годах. На эту гонку с нами по-прежнему Уилл Стивенс, но уже в Бахрейне к нам вернется Рене Раст. Рене Раст на самом деле стал папой, и мы его с этим поздравляем, и поэтому он отсутствует на этом этапе чемпионата мира. По ходу свободных практик инженеры команды G-Drive Racing пробовали разные варианты настроек, как для квалификации, так и для гонки. На первых двух практиках мы показали лучшее время, на третьей практике мы решили работать на гонку, в квалификации мы показали только 4-й результат. Но в принципе мы считаем, что это достаточно хорошо, потому что мы знаем, в чем мы ошиблись. В реальности мы работали над избыточной управляемостью в начале всех свободных практик, а в квалификации у нас все получилось наоборот. Поэтому, в принципе, сейчас мы знаем, в каком направлении двигаться для гонки, и посмотрим, что будет завтра. Как мы знаем, в гонках на выносливость стартовая позиция не имеет уж такого большого значения. Поэтому за 6 часов может произойти все, что угодно, и у наших парней есть прекрасные шансы на победу. Следить за гонкой, как обычно, вы можете через официальный сайт и приложение чемпионата мира FIA WEC, а также на телеканале Евроспорт 1. Ну и, конечно, все самое интересное по ходу дистанции о команде G-Drive Racing в наших социальных сетях.